пустоту этих искренних слез. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив память лишь букет увядших роз. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив память лишь букет увядших роз. Всегда он, как лесной ручей, будет ласкать сердце мое, когда, укрывшись от дождя под старым стареньким зонтом, останусь с осенью наедине вдвоем. Thank you.
Песни я буду помнить. Александр Иванов и группа «Рондо». Бессмертный хит у нас в подкаст «Лаб» 20 лет спустя. Обычно мы вспоминаем группы, чей пик рассвета пришелся на именно 2000-е, начало 2000-х годов. Но сегодня у нас в гостях группа, которая как раз временно прекратила свое существование именно в 2003 году. Это группа «Рондо» у нас в гостях. Ура! Бессменный лидер Александр Иванов и музыкальный руководитель группы «Рондо» Игорь Жирнов. Слушайте, в 2003 году вы выпустили на тот момент последний альбом. Скажем, на тот момент последний, я не суеверный, на тот, но потом же еще были, и все нормально было. Но альбом-то назывался, как корабль назовешь, так он и поплывет. «Кода». Ну да, на тот период времени просто немножко устали. А что случилось? Устали. А, устали? Друг от друга или от творчества, или от публики? Вообще от всего, от всех. Да, и захотели, каждый захотел просто заниматься каким-то своим делом. И это нормально, на самом деле. Такая практика во всем мире существовала и существует. Люди иногда устают там гореть вместе, чистить зубы в ванной, знаете, когда 5 щеток стоит, и всем нужно там в душ залезть. Понимаете, все лезут. Вот это. Саш, так в какой-то момент пора уехать из пионерлагеря и обзавестись собственными квартирами? Ну вот, видимо, и возникло желание уехать из этого пионерлагеря и творить каждому как бы в своем каком-то ключе. Это на самом деле нормально, как у всех творческих людей. Но там откровенных конфликтов не было каких-то творческих или просто уже... Нет, морду друг друга не били. Блин, долго туалет можно занимать или нет? А, мало того, я должен сказать, что я тогда вот уже набрал какой-то материал для сольного альбома. Игорь Михайлович продолжил со мной свою продюсерскую деятельность, аранжировочную. А, то есть вы остались вдвоем? Мы также, да. Не, потом... ну я не ездил на концерты, мы просто работали в студии. А потом поняли, что друг без друга не можем, и снова вот вернулись. И пионерлагерь возобновился. Да. Но проценты уже были другие. А, понятно. Соотношение, да? Конечно, да. Ясно. А кто из людей тогда тебя поддержал в 2003 году, когда ты принял вот это решение? Игорь Михайлович меня поддержал, он остался со мной. Как продюсер. Вот, да. И аранжировки все, ну, как бы я... Кто из артистов тебя поддержал, Александр Юрьевич? Из артистов меня поддержали практически все. Но самый главный, он сказал, правильно поступаешь, Саша. Все делаешь верно. А я не искал вот такого, что... Не искал такой поддержки. Звонил там по этой телефонной книге, а тогда я, как ты думаешь, там... А как же Валера Сюткин? Валера Сюткин был просто братом и другом. Mm-hmm. Вот. Ага, я искал про телефонную книгу. Давай, может, ему позвоним сейчас. Давай, позвони Валере Сюткину. У меня случайно оказался телефон в кармане. Давайте позвоним Валере. Да, а давай на громкую связь поставим, что он скажет. Алло, да. Это Валера Сюткин? Да, Саш, ты что ли? Это на громкую связь. Да, Валер, ты представляешь? Да, на громкую. Тут вот возник у нас такой интересный разговор на предмет, кто меня поддержал после того, как группа «Рондо» ушла в сольное плавание каждого отдельного участника. Вот спрашивают, кто из твоих друзей, москвичей, музыкантов особенно поддержал. И мне пришло воспоминание о том, что я позвонил тебе. Так официально цитируешь, то есть какого-нибудь, потому что так да я тебя всегда поддерживаю в любых начинаниях. Во-первых, мы москвичи, во-вторых... Валер, надо быть солидным, Первый канал, понимаешь, программа «Подкаст Лаб». Ничего не меняется. Знакомая тебе. Я всем могу на всю страну сказать. Во-первых, Саша Иванов – это прекрасный музыкант. Во-вторых, великолепный друг и человек. И поскольку нас 40-летние отношения связывают, я с удовольствием прямо на всю страну в моем любимом подкасте подписан тебе, скажу, что всегда буду тебя поддерживать. В этом и есть дружба. Валера, привет, это Костя Михайлов, ведущий подкаст «Лаб». Привет. 20 лет спустя. Привет, Валер. Все понял, 20 лет спустя? Да, привет. С удовольствием смотрю твой подкаст тоже, как и всех коллег. Я больше ничего теперь не смотрю, понимаешь, когда на первом запустили подкаст «Лаб», просто вот полный спектр того, что можно посмотреть, все там. Валера, может быть, какие-то тайны про Александра, пока нас никто не слышит? Нет, у нас бывали моменты в жизни, когда детям рассказать нельзя. Ну, это и хорошо, потому что это рок-н-ролльная юность, все. Я хочу сказать, что у Саши замечательные песни, просто замечательные. И у нас «Московская осень», на мой взгляд,
вот как дуэт московских друзей, проверенных временем, наши отношения... Настоящий дуэт. Да. Прямо звучат идеально. Валер, химия, потому что искра, она... Все это создается не просто так, это или есть, или этого нет. Мы тут с Михалычем, вот он тоже рядом здесь, да. Вот, Валера, привет, начали да. говорить о том, что можно говорить, о том, что нет. И Михалыч говорит, слушай, ну у тебя-то новая жена, у меня-то старая, поэтому, может быть, что-то мы не будем все рассказывать о наших гастролях. Саня, у меня вообще семейное положение без выхода. В графе, да, тебе я... уже менять в этой жизни, наверное, уже поздновато. Все. Виола? Потом, когда мужчины говорят о женщинах, это они говорят о себе. Давайте об одной музыке, так что вот так. Конечно. А музыка всегда была нашей самой любимой музой. Как там у вас атмосфера? Песни поете или просто разговариваете? До этого звонка все было хорошо. До этого... Неплохо. Да. Испортил, но красиво. Да. Я шучу, мы пытаемся шутить, у нас не всегда получается. Да, но... За себя говори. Михалыч, сейчас тебе пару слов. Да зачем, Валерочка, мы тебя любим, целуем, обнимаем. Да, Валер, мы тебя любим. И благодарим тебя за то, что ты сегодня с нами. Спасибо, Валера. Нас ждут с тобой новые дуэты. Новые дела. Зовут нас неведомые, да. Сашка, я вас обнимаю. Хорошего вам еще. Спасибо, Валерочка. Любим тебя. Всем сердцем. И я знаю, что это взаимно. И ты знаешь тоже. Обнял. Обнял, братское сердце. Обнял. Это подкаст «20 лет спустя». Его ведущий Константин Михайлов. У меня в гостях сегодня группа «Рондо» в лице Александра Иванова и Игоря Жирнова. Давай поговорим о хороших моментах, о светлых. О теплых странах. Это которые, Игорь Михайлович. Которые вас, в странах, понятно, ты у нас специалист, Александр. Теплые страны, я имею в виду, которые вас прям вот не отпускали, и потом... Тебя какие не отпускали? Я про Таиланд, Саша. В тот момент. Игорь Михайлович тоже был в этом Таиланде, на Пхукете. Я когда вас буквально вызволяли оттуда, вот эту ситуацию. Нет, в тот момент, когда вы сидели... Когда вы пытались садиться в тюрьму, я сводил альбом в Москве, я избежал. Что, в тюрьме был? В тайске? Ну, это, знаете, там много разного всего было. Просто в тот момент, когда мы вот в эту окунулись историю, связанную с круизом, с тем, что в Вьетнам весь проехали... А что было-то там? Ты сидел в тюрьме во вьетнамской? Перспектива была. Там решетки бамбуковые? Человек, который нас туда затащил, просто оказался недобросовестным человеком, который много чего наобещал. Это организатор? Вот. Это был человек, который был с нами в круизе. Да, это такая длинная история, на самом деле. Человек просто залез в доверие к нашему директору и предложил нам поработать в Таиланде. В Таиланде, да, в офисе звездочном отеле. И когда мы туда прибыли, то оказалось, что это все не так. Вот. А Игорь Михайлович в это время в Москве сводил наш новый альбом «Добро пожаловать в рай». Угу. Как раз. Вот. Ну и так случилось, что от того момента, когда мы поехали в круиз и вернулись обратно в Москву, прошло полгода. А где ты обитал-то эти полгода? В джунглях, в тюрьме? Как вот нет, на Джамтиан Гарден, такое побережье. Мы жили, снимали два дома. Ну тогда только-только... начиналась вся история с тем, что русские наши это люди... Это был 94-й год. Да, открывали для себя Юго-Восток, Азии. Дауншифтинг, так называемый. И тогда еще не было. Даже термин такой. Да, в России, было пару семей, которые жили в Паттайе, русские семьи. Так как мы попали туда без рабочей визы, ну, попали мы, грубо говоря, там не очень лицеприятную ситуацию. И долгое время не могли вернуться обратно в Москву. И вернулись за счет того, что наш директор Андрей Серышев все-таки занял деньги и возвратил нас обратно домой. Вытащил буквально. Выкупил. Да, выкупил, можно сказать, да. Я слышал, что песню с альбома, который ты написал в сотворчестве с Трофимом, «Боже, какой пустяк», ты недолюбливаешь. Нет, это песня исключительно Сергея Трофимова. Ну, просто... Ну, он написал, ты спел. Но, тем не менее, когда он написал в 80-х, ее спел, она так не выстрелила, как твое исполнение. Потому что ты спел ее действительно гениально, очень тонко, тихонечко. Высоко сказано. Слушай, не, ну ты вообще... Гениально, ты... Скажем гениально. Так, что мы песню довели до слушателя. Ты рок-исполнитель. Ты раньше пел достаточно тоже, тяжелые вещи. Ну, это тоже, знаете, как-то громко сказано. Рок-исполнитель, джаз-исполнитель. Я как бы исполнитель...
вот со стороны журналистского сообщества все время на тебя вешают какие-то ярлыки. Игорь, ты какой повесишь на него ярлык? Рок-исполнитель? Я думаю, что мейнстрим... Ну, просто исполнитель. Просто хороший исполнитель. Да, у нас есть и романсы, и баллады. Вот, есть разные композиции. Просто, боже, какой пустяк, и в этом альбоме ты немножко ушел в лирику, немножко ушел в более, скажем, интеллектуальную поэзию. Не соглашусь. Да, это у нас были много лирических баллад всевозможных с Ронда. Начиная там с «Я тебя недолюбил». Там, ну, там много было разных композиций, разных авторов. Ну, вот. Просто, наверное, у каждого артиста есть... свое клеймо, да, которое ему приклеивают. Вот он джаз-исполнитель, да, там. Или там он рок-исполнитель, или он там какой-нибудь там бард. На самом деле все это мейнстрим, общее направление, где есть разные композиции, созданные в разное время. Игорь, а ты помнишь период творчества Александра, где он во время одной песни даже выходил на сцену в светлом образе смерти, с косой в руках. Конечно, помню. Я погружен в историю Александра Юрьевича полностью. И я видел даже то, чего не видел большой зритель. Там некоторые редкие видеозаписи. Особенно после концерта. Это что, интересно? Ну, это сложно объяснить. Это когда с этой косой в этом балахоне я бегал по городам. Это очень круто. На самом свое время. Я не участвовал тогда в ансамбле. Я просто уже потом с этим материалом это было время брейк-дэнса. Да. Причем Саня, кстати, искренне ненавидит тот момент, когда они вот работали в такой новой волне, он прям ненавидит и плюется. А я считаю, что это был достойный вообще как бы коллектив на тот момент. И стилистически, и исполнительски, и прочее. Игорь, а что ты скажешь про альбом, который был записан более лирически, вот этот, в который вошла песня «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под ноги небо». Как ты... Что я могу сказать, что это просто отличный альбом, и Саня на самом деле как бы воплотил мечты Сереги Трофима идеально исполнить песни. Хотя Серега сам поет неплохо достаточно. Но просто тогда так все сошлось, и музыканты, кто записывали, и кто продюсировал это дело, да, сошлось более больше практически 20, в идеальный материал. Хотя надо, кстати, отметить, что сначала воспринимали, как всегда, очень сложно. Не было никакого такого единого прорыва одномоментного. Да, мы не рассчитывали на какой-то успех. То же самое «Боже». Мы во время концерта исполняли где-то 6-7 номером, и это проходило вообще не на ура никак. Просто с течением какого-то времени. Да, это не было... Это клип выстрелил? Да это, как-то клип. Какое-то время должно было пройти. Но и Саня, естественно, проявил, кстати, организаторские способности и пробил все это дело. То, что никто не хотел ни ставить, ни в эфир. Это все это было. Мы просто верили в этот материал. Материал нравился. А это очень важно, когда самому исполнителю нравится то, что он делает, и то, что получается. Но надо сказать, что до этого у меня была такая мысль. Я часто рассказываю историю, что в Лондоне мы познакомились с одним музыкантом, интересным английским виолончелистом. Вот, и он направил меня на эту мысль, чтобы какие-то русские корни, русский мелодизм, такой славянский, был использован в лучших традициях там, Прокофьева, Свиридова, Рахманинова. И у Сергея Трофимова был такой материал, который мы, пропустив через себя, подали, наверное, что все совпало. Время, звук, почерк тех или иных музыкантов, которые участвовали в создании этого проекта. Наверное, в начале 2000-х уже народ стал подуставать от совсем бессмысленных попсовых текстов и, наверное, созрел к песне. Сложно сказать однозначно, что там уставать ли люди начали. Просто время пришло. Это просто, не обязательно, что кто-то устал. Такой получился просто отдельный материал, который качественно записан благодаря Александру Кузьмичеву, гитаристу и аранжировщику. Студия была сама по себе очень творческая, интересная. Никто не гнал, сколько нужно было для создания того или иного произведения затрачено сил и средств. Столько мы делали, ловили состояние. Работали просто в свое удовольствие. Это очень важно. Саша, Игорь, а кого вы сами слушали в 2001, 2002, 2003 годах? Ну, там на самом деле большое количество людей. Просто был очень большой объем музыки, новой и интересной. И такие даже имена-то выделить сложно. Рок или попса? А там все. И новая волна, и глэм. Прям такое оживление было после конца 80-х. Это еще новая волна получается. Потому что не там очень много было экспериментального, когда... Музыканты интересно экспериментировали с гармониями, с мелодиями. Тот же группа «Полис»
с очень много интересного. Но, тем не менее, все равно, это, я имею в виду, что развитие и гармонического, там, если взять там, тот же Гранж, там, с тем, когда появилась Нирвана, Саундгарден. Не, ну Гранж-то уже к 2000-м помер, да. Понимаешь, по большому счету. Я имею в виду, что вот этот период... Ну, с 90-х переход на 2000-е. До 2000-го года. В 91-м стрельнула «Smells Like Teen Spirit». Ну, я к тому, что это уже вылилось. Второй-третий год прям это вылилось. А «Мелодия на мобильном» не помните? Конец 80-х. «Мелодия на мобильном»? У меня всю жизнь стоял звонок. Никогда не пользовался. Да, конечно. У меня до сих пор у супруги именно этот звонок. Да, у меня два звонка. «Ван Хелен», «Jump» и «Smells Like Spirit». «Smells Like Teen Spirit» и «Jump». «Spirit», да. Класс. Да, вот он до сих пор у нее там стоит, это все. Род Стюарт, ты любишь? Старушка моя. Род Стюарт, ты любишь, Саш? Любишь ли ты Рода Стюарта как человека, Александр Юрьевич? Или как творца? Нет, ну, во-первых, тут почему именно Род Стюарт? Тут там большая плеяда замечательных музыкантов. Тебя некоторых с ним сравнивают, почему? Ну, я вообще на Вупи Голдберг похож-то, так честно, если говорить. На Эдди Мерфи скорее. Нет, Вупи Голдберг. Я вообще не приемлю вот каких-то сравнений. Мне как-то смешно даже, а иногда даже грустно, когда там говорят вот такое-то направление. Мне кажется, что каждый музыкант по-своему индивидуален. Не, ну тебе же нравится Стюарт в любом случае. Это же никто же не говорит нет, нам ничего. Ну, мне и Дэвид Ли Рот всегда нравился, и Джо Кокер, и там Дженис Джоплин. А Дженис Джоплин вообще считаю своей тетей. А Роберта Планта своим дядей. Она знает об этом? Конечно, знает. Сколько я отправил смс и всевозможных посылов там. Где-то там наверху она знает, что есть такой певец Александр Иванов. Ну, там много. Там, на самом деле, в разные периоды были разные исполнители, конечно, которые конечно. Появлялись у каждого музыканта, да, и это влияние позволяло тебе самосовершенствоваться. Поэтому были там 60-е, да, там, со всеми, начиная там от Swinging Blue Jeans, там, заканчивая Beatles, Rolling Stones какими-то. Потом пришли там Марк Болан, T-Rex, тоже было свое время. Этому было тоже отдано очень много часов прослушивания, там, в том числе и Led Zeppelin, Deep Purple. Потом появились Ван Хелен с их потрясающими шоу, и Дэвид Ли Рот. Просто... Все повлияли, короче. Да, поэтому это ни один такой... не ушел незамеченным. Нельзя, потому что если там коснуться разговора о том, кто влиял там, на тех же там, людях, которые на нас влияли. Это тоже были разные джазовые, там, всевозможные свинг, там, люди, которые делали там, твист. Все это некий такой материал, который ты пропустил через себя и вот являешь собой того. Те или иные приемы вокальные, там, расщепленные связки, там, пение, там, которое подразумевало с собой не только там просто чистое попадание в ноты, а какие-то интересные инструментальные, я бы даже сказал, приемы, когда голосом можно было изображать там какие-то инструменты. А, пение, ну это вот... Пение... Вот ну, вы знаете, конечно. Ну, да. Совсем, да, клокушка. Да. Voice. Это Gold Voice, Gold да. Voice, да. 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 Покодеры там всевозможные. Да. Но это как бы отдельный такой технический момент. Саша, у тебя был расщепленный вообще с детства голос. Ты только ему поешь. Ну, вам виднее. Я как бы всегда говорю, когда люди там сравнивают с кем-то или говорят, вот у тебя там такой голос или такой. Вот, наверное, виднее тем людям, которые об этом пишут, говорят или там сравнивают. А ты не думал себе псевдоним когда-нибудь взять? Александр Ли Рот какой-нибудь был бы, да? Ну, Александр Ронда, да? Да, Александр Ронда. Когда мы работали в центре, в музыкальном московском центре Стаса Намина, то у нас, ну... Была история, связанная с тем, что Стас помогал молодым и талантливым коллективам в продвижении на Запад. Он, наверное, порекомендовал псевдоним придумать. Ну, были какие-то там сокращенные Алан и Ива, там Александр Иванов. Были какие-то. Но у меня всегда была группа Ронда моим псевдонимом. Поэтому вот Александр из Ронда, давай говорили там, Александр Ронда. Поэтому мне не было смысла придумывать себе какие-то псевдонимы, там, которые бы... соответствовали моему второму «я». Он в жизни я один, а на сцене я другой. Ну, как-то устраивало меня и имя мое, да фамилия. И поздно уже, опять же, понимаешь. Да видимо, сам, да. Видимо, деле, уже было тогда поздно. На самом деле, это все, ребята, открою вам секрет, пустяк. Конечно. Боже, какой Боже. Пустяк, да. Боже, какой пустяк. Слушайте, такое слово «пустяк». Я у него вдумывался, я слушал эту песню. Вновь и вдумывался в слово «пустяк». Есть...
«Косяк», да. Есть «Крутяк». Да, а мы переделали, есть... кстати, эту песню. Пустяк. А ребята иногда пели «Боже, какой пузяк!» Или там «Боже, там, какой действительно косяк!» там, «Косяк!» «Боже...» Или «Боже, царя храни!» Как ребята часто пели на концертах. «Боже, царя храни!» Вот. Поэтому тут, да, мы как бы ребята такие с юмором относящиеся к тому, что мы делаем. Можно было усилить как-нибудь. «Боже, какой пустяк!» Сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых послать друзей. И так тоже вот можно, такой, конечно. Такой, да. Полный нет, детокс. Там на самом деле для творчества... Да, очень... мы, кстати, перебрали все известные варианты. Да? Большая поэтому... платформа, да, там можно все что угодно, да. Хит всегда подвергается всевозможным... Переделкам. Переделкам, да, каким-то новым интерпретациям. «Боже, царя храни» бы очень моему отцу понравилось. «Боже, он царя храни», да, это сильно. Гвардию, вот туда вот все, и царя очень уважает. Я, кстати, тут позвонил ему на «Медне», он сказал, что смотрит подкаст «Лап» с удовольствием, смотрит 20 лет спустя. Может, не знаете, но так, на всякий случай, там я Костя Михайлов, а отец мой Александр Михайлов, народный артист России, это мужики, Змеилов, вот это «Любовь и голуби». Ну, Михайлов, это фамилия такая же, как Иванов. Он говорит, у тебя кто будет? Я говорю, Александр Иванов, группа «Ронда». Я им присылаю клип твой. Он говорит, это вообще супер песня. Передавай привет огромный. Я Сашу очень уважаю как человека. Мы пересекались не так часто, не так плотно. Но вот я ему сейчас, кстати, могу попробовать набрать. И, может быть, он сам тебе что-нибудь скажет. Отец, привет. Как твои дела? Здорово. Здорово. Нормально. Отец, привет. Нормально. Это твой сын Костя Михайлов. Здравствуйте, папа. Ой, прекрасно. Это вот Саша Иванов. Саша Иванов тебе говорит «Здравствуй». Это максимальная громкость, которую может выдать мой телефон. Сашуля, Санечка, слышат, да? Здравствуйте, папа. Слышно? Слышно, здорово, слышно. Здорово, красавец мой. Здорово, Сань. Здорово. Я слушал песню... Поезд, да. «Боже, какой пустяк», да? Да, она. Да, была такая? Да. Классная песня, мелодичная. И очень здорово сделал клип. Очень хороший клип. Так что кто-то радуй, давай, снимал, Санечка, да? радуй нас. А то, что у вас союз с Трофимовым, это просто вдвойне замечательно, потому что я кланяюсь Трофимову, он уникальный мужик. Мне его нравится песня та «За тихой рекой», помните? «За тихой рекой, Сереж Гребкий, музыкант, замечательный. Распустится первый весенний цветок. Да. И я загадаю желание попроще и Божие прощение». В общем, и взгляну на восток. Ой, какая песня. Я сейчас пою по всему миру. Батя еще, кстати. Давайте, ребята, вещи прекрасные, как говорил Антон Павлович Чехов. Кто не несет прекрасное, тот грешит. Вот греха поменьше бы нам. Спасибо тебе, папа. Спасибо за высокую оценку. Спасибо огромное. Благодарим вас за сына. Достойно. Я уже смотрю твою передачу, и ты достойно по себе ведешь. Молодец. Мне не стыдно за тебя. И это дорого стоит всегда. Спасибо. Да, договорились. Давай, пока, обнимаю. Да. Обнимаю вас, ребят. Какой папа у тебя? Так, вот прям энергичный. Энергичный, да. Не, нормальный такой. А сколько батя? Под 80. Под 80? Замечательно. Да, у него бодряк прям вообще. Вообще бодрячок, да, прям вообще. Угу. Слушайте, ну вот это магия рок-н-ролла. Вы, не знаю, вы староверы или спорт ЗОЖ? Нет мы староверы в ЗОЖе. То спорт оттуда все. Всегда да у нас нет, был. Ну, давай рассказывай. Вот. Нет, ну я зачем? Я не буду всех секретов раскрывать. Ну, конечно. Тут как бы всему свое время было. И конечно, спорту, конечно. И творчеству, и, и любви, когда хотелось просто всех сделать барышень нашей страны счастливыми. А какое желание сейчас присутствует? Сейчас есть? Уже не хочется да всех барышень не нашей страны сделать самыми счастливыми. Нет, вот был же какой-то у вас маяк, какой-то огонь впереди, свет, у нас которому, даже есть песня «Маяк». Которому хотелось тянуться, стать известными, популярными, всех девушек сделать счастливыми. Сейчас есть какая-то цель впереди? Скажем, если мы соберемся в этом клубе еще через 20 лет, кем вы себя видите, что бы вы хотели? Вот только честно, только правда, потому что этот клуб исполняет желание. Главное, чтобы через 20 лет мы помнили, кем вообще мы были. В 60. Это я говорю не в шутку, да. Мы вспомним, кто мы есть. Чтобы деменция там... Чтобы пришли сюда сами в этот клуб. Да, что деменция нас, это понятно, дай бог, не посетила. Ну, знаете, у каждого каждый к своему возрасту вот сегодня подошел с какими-то своими экспериментами. И вот у каждого, наверное, сейчас уже есть определенный набор
да, всего того, что соответствует его возрасту. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут, ну, важно как-то оставаться в здравии, я думаю, самое главное. И чтобы была энергия для того, чтобы отработать тот или иной большой концерт. А поверьте, что там 2-3 часа — это такой серьезный труд, чтобы вот выдержать. Понятно. И чтобы все это было достойно. Поэтому очень важен сон, очень важно правильное питание, дорога очень важна. Если, например, раньше ты там мог там где угодно переночевать, ну, сейчас важно, чтобы был какой-то комфорт вот, во время перелета, переезда. Хороший пенсионерский разговор. Да. Александр Иванов, художественный руководитель группы «Рондо» и музыкальный руководитель группы «Рондо». Вокально-инструментального ансамбля. Вокально-инструментального ансамбля группы «Рондо» Игорь Жернов сегодня в гостях в подкасте «20 лет спустя». И наша беседа была прекрасной, хотя это все был пустяк. Но, боже, какой прекрасный пустяк. Давайте послушаем этот хит. Давайте Александра попробуем. Иванова, группы «Рондо». Смеять, не побоясь меня.
нашей.